Всем привет! Мы с вами находимся в Люксембурге. Под мостом мы спустились на нижнюю площадку. Здесь перед нами открывается такой шикарный вид. Мальчишки молодые, ребята, мальчишки, там девчонки ездят на скутерах. Вот такие вот здесь есть аттракциончики для них. То есть для экстремальной езды на скутерах, на велосипедах. Тинейджеры. Целые площадки. И вот под такой исторической красотой, посмотрите, мост великолепный такой. Арочный мост, большой, высокий-высокий. Казематы, вот эти пещеры скалистые, которые, вот видите, отверстия, это выходы из пещер. Вот такой безумно красивый вид. А справа, еще чуть правее, вот здесь канал, здесь течет река. Она уже обмелевшая, ну, скажем, небольшая еще часть ее протекает. Вот видите, ручеек даже от реки. Это не река, это уже просто ручеек. Вот это Люксембург, представляете, какая красота. Давайте я сейчас вот так встану. Хочу сам себя снять. Ну, красота. Красивый мост, да? Высокий мост, эти площадки детские, народу прибавляет. Сейчас уже вечереет, время уже около 7 вечера. Время уже около 7 вечера. Люди гуляют, прибавляется немножко. И мы с вами путешествуем. Посмотрите, что здесь есть. Молодежь, Люксембург. Сегодня 15 апреля 2018. И мы все вместе гуляем по Люксембургу. По нижней части. А над нами город. Видите, вон дома возвышаются чуть подальше. Ну, великолепные виды. Великолепные скалы. Все такое надежное, все качественное. Сами понимаете, что камень — это самый надежный материал. Как и металл там, но камень — он природный материал, металл все-таки это материал выработанный. Так, сейчас вы знаете, куда подойдет? Прям к углу скалы, а там вот смотрите, еще детская площадка чуть подальше. Высоченные, высоченные эти мосты. Я вам скажу, на взгляд, ну, этажей, наверное, 30, ну, 25 точно. Чуть-чуть подальше, смотрите, во-первых, вот эти камни давайте потрогаем. Вот площадка для видов спорта разных таких, акробатических. Вот камни, древние камни, слюда, песок, гляньте, это как песок, глина, слюда какая-то. И здесь песчаник. Нифига себе. А вот еще открывается детская площадка, вид на детскую площадку. Но мы еще прогуляемся с вами. Ребят, ну красота великолепная. Поставлю камеру на секунду. Увидите меня, нет? Блин, ну я чуть поставить, съезжает, а? Бочком. Боком стоит. Ребят, всем привет из России. Мы с вами находимся в центре Европы, в Люксембурге. В шикарных местах. Огромные над нами такие горы, скалы. Они естественного образования. Плюс стоит огромный мост арочный. Там вдалеке катаются детишки. Просто шикарный день. Не холодно, вечер. Ну, сейчас, может, 15-16 градусов, немножко ветерочек начал дуть. Но все равно. Думаю, вам полезно, вам все понравилось. Смотрите, путешествуйте со мной. Будут еще интересные места. Мы двигаемся дальше, ребята. Всем удачи и пока. Поехали.